Долой станки и рабочую форму. 8 марта женский состав «Улан-Удэ Стальмо» встречают в концертном зале в платьях. С самого утра сотрудницы одарили цветами и подарками. Конечно же, в этот прекрасный день хочу вас поздравить с наступающим международным женским днем, 8 марта. Это самый прекрасный такой праздник. Весна, начинают цвести цветы. Наши любимые женщины начинают расцветать еще с большей такой своей женской красотой, украшать наше предприятие. Дамы получили поздравления и от администрации района и народного хурала. Разрешите пожелать вам всего самого наилучшего. Чтобы на душе всегда цвели цветы, чтобы глаза всегда горели. Вы нужны нам, вы нужны нашим детям. Все вы, кто мама, кто бабушка, кто дочь, кто сестра. И мы все очень сильно в вас нуждаемся. С праздником! Здорово все организовано. Мы сегодня получили всеми дамами и цветы, и подарки, и кучу поздравлений. Ты просто идешь по коридору, и тебя все время поздравляют с наступающим праздником. И это очень приятно. Прекрасное настроение, замечательное. Прямо душа радуется за наше предприятие. Горжусь нашим заводом. Ну, все праздники проводятся очень интересно, но 8 марта – это праздник особенный. Это женский праздник. Все мужчины стараются поздравить женщин. С утра сегодня все принимаем поздравления.